ограждение 100 метров баттерфляя мужчины. И опять-таки немножко не сложившиеся, не подтвердившиеся ожидания рекорда страны. Жаль, но мы увидели ребят на подиуме, которые тоже достойны того, чтобы говорить и о них. Тем более, что для Михаила Антипова это первая медаль чемпионата страны. Он представляет Новосибирскую область. Новосибирские обычно ребята просто так не исчезают, так что будем привыкать и запоминать. И опять-таки Александр Мартынов далеко не ушел. Ну вот получается, что у него сегодня две бронзы, Трофимова и Антипов. Хотя завтра наверняка уже будет стоять поближе к высшим ступеням. Роман Шевляков на ваших экранах, действующий чемпион страны в коротких бассейнах. Но вот сегодня серебряный призер. Не могу сказать, что я очень доволен результатом 51-77. Это даже слабее, чем в полуфинале. Ну, наверное, на то есть объяснение. Валерий Измайлов является его наставником. И также получает серебряную награду. Ну, а победителем у нас становится Андрей Минаков. Спустя, наверное, после олимпийского отбора Андрей Минаков больше, по-моему, чемпионат страны у нас не выигрывал. Могу ошибиться, но, по-моему, это первая победа спустя долгое время. Я напомню, что сейчас Андрей выступает за Татарстан, поэтому Владимир Леонов его отдельно поздравляет. Ну и, конечно же, Алексея Кузнецова мы поздравляем с этой победой, потому что в качестве наставника он значится за Андреем Минаковым. И мне показалось, что все-таки слабоватенькое начало. Может быть, было быстрее в начале, тяжелее доплывалось. Мне немножко не хватило скорости на первом полтиннике.